Бассейн. Господи, какие же сложные сейчас песни, ужас какой. Привет, ребятня, меня зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый... Разбор на укулеле. В последнее время вы очень много писали комментариев разобрать именно песни этой группы, что я сделала отдельный пост в своем вкладке сообщества. Кстати, если кто до сих пор не заходит туда, пожалуйста, заходите, потому что я с вами советую, что дальше разбирать. Вот так вот, посовещались мы с вами и решили немножечко разобрать песни группы Сметана Бэнд, а именно сегодня я для вас буду разбирать в моем тихом омуте. Ну а перед началом разбора обязательно подпишись на мой канал, если до сих пор не подписан, тем более у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. И ты мне можешь в этом помочь. Ну а сейчас, бери инструмент в руки и погнали учиться. Откуда ты взялась, восхитительная мразь? Я не играл в эти игры. Почему никто не спас, когда из радужи глаз меня брызнули иглы? Я поплакал все коту, бесполезное дерьмо. Твоим парням, они не в курсе, что их трупы я сложу к твоим ногам. Ведь в моем тихом омуте зверь в квартире твоего бойфренда выбиты двери. Его тело болтается в петле на качеле. А новостях нам сообщат, что в моем тихом омуте звери быты самец из своей стаи душен в постели. А мешка морда вниз пропали, сузил бассейн. Это ли не повод, чтоб набрать мне? Песня 4 аккорда. Первый аккорд у нас аккорд Дэм. Мы зажимаем четвертую, третью, вторую струну на втором ладу. Второй аккорд, аккорд А. Мы зажимаем третью струну на первом ладу, а четвертую струну на втором ладу. Далее идет аккорд G. Зажимаем третью струну и первую на втором ладу, а вторую струну на третьем. И четвертый аккорд, который мы играем в переходе и в припеве, аккорд E. Мы зажимаем первую струну на втором ладу, вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. Все вместе. D, A, G и E. Последовательность аккордов в куплете, переходе и припеве разная, поэтому обязательно сейчас посмотри, как все должно быть. Теперь, что касаемо боя, перебора и прэм-пэм-пэ. В первой части куплета, дослов «я поплакал коту», мы просто играем удар вниз. По идее, в оригинале играется такой роцкерный, то есть... Но вы больше собьетесь, поэтому кто супер-ас-профессионал, играете так. Там не надо считать количество раз, вы прям услышите по песне. Кто только-только начинает, просто играйте один удар вниз на каждый аккорд. И получается. Откуда ты взялась, восхитительная мразь, я не играл в эти игры. Почему никто не спас, когда из радужи глаз меня брызнули иглы? Дальше мы играем на один аккорд. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Это мы играем на вторую половину куплета. И получится. И получится. Я поплакался коту, бесполезное дерьмо, это знаем мы оба. Я поставил не на ту, только с этого всего, что блядь, не зной от сугроба. Да, можете на слово сугроба сделать удар вниз или также доиграть вот этот рисунок, который мы сейчас выучили. Далее, в переходе у нас сыграется... Один удар вниз на каждый аккорд, как мы играли в первой половине куплета. И получится. И получится. Я не в курсе, что за группы нравятся твоим парням. Они не в курсе, что их трупы я сложу к твоим ногам. Ведь... Ну а чтобы был прям оригинал оригинальный, что написано в скобочках «Ведь» в моем тихом омуте, слово «Ведь» мы тянем на той же, скажем так, высоте, которую играли к ногам. Получится... Ведь! И в моем тихом омуте мы прошепчем, чтобы прям было вау! Подойдем к этому месту. Не в курсе, что их трупы я сложу к твоим ногам. Ведь в моем тихом омуте. Припев мы играем следующим боем. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. И этот бой мы делим на два аккорда. На первый аккорд у нас будет вниз, вниз. На второй аккорд доиграем вверх, вверх, вниз, вниз.
соединим с аккордами. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вверх, вниз, вниз. Теперь без голоса. Теперь это все со словами. В моем тихом момоте звери, в квартире твоего бойфренда выбиты двери, его тело болтается в петле на качели, а в новостях нам сообщат, что... Вторую половину припева мы играем то же самое, но на слова «набрать меня» там есть «ем» и «джи». Кто до сих пор не понимает, что происходит, откройте раздачный материал в описании, сейчас все поймете. Так вот, есть там такой переход ко второму куплету. Как его сыграть? Мы будем с вами играть на ЕМ 6 раз удар вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А на аккорд G мы сыграем 2 раза вниз и заглушка. То есть... Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можете заглушку делать удобным вам способом. Хоть так, хоть сядь, хоть так. То есть или ладонью, или кулачком, или одним пальцем, или вот этой частью ладони. В общем, сделайте заглушку. Теперь еще раз соединим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подойдем к этому месту. Это ли не повод, чтоб набрать мне? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И дальше продолжаем играть второй куплет. Как играть коду, где слова «Вселенная не знает, о чем нам говорить». Тут все очень просто. Роцкерный удар вниз. Если будете прям считать, сколько ударов на один аккорд, то это 6 ударов вниз на один аккорд. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Был полезен этот разбор? Тогда поставь свой лайк. А если хочешь, чтобы именно твою песню я разобрала в следующем видео, то обязательно напиши ее в комментариях. И не забудь скинуть это видео своему другу или подруге, которые хотят научиться играть эту песню. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!